Я родился. Накорми Лунтика и Шера кашей. Нажимай пальцы на пустую тарелку, чтобы подложить каши. Капочка улетела до самого вечера к сестрам, так что к чаю у нас ничего нет. Деда, а давай испечем к чаю пирог. А почему бы и нет? Неси кулинку, внучек. Помоги Лунтику выбрать пирог. Сверху показаны продукты, которые есть у Лунтика, а внизу, которые нужны для приготовления пирога. Найди пирог, для которого у Лунтика есть все продукты. Неверно. Подумай еще. Давай такой испечем. Решено. Так тому и быть. Где-то тут у Капочки была кладовочка. Ух ты! Сколько вкусностей! Так, что у нас тут по плану? Помоги Лунтику отыскать нужные продукты. Найди на картинке предмет, который называет Лунтик, и нажми на него пальцем. Мука. Соль. Черника, сахар, кружка с клюквой, орешки. Подумай еще. Мука, сахар, орехи. Отлично.